Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 597, тема «Деньги». А если ты не просишь, а пришел в гости, и тебе что-либо дают, зная, что у меня нет своего сада, как быть? Не брать или взять с благодарностью? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Деяние 20.35. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Кавычки закрыты. Сирахов 4.35. Да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатию при отдании. Сирахов 31, 13, 16. Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твоей и не говори: «Много же на нем». Помни, что алчный глаз – злая вещь. Что из сотворенного завистливое глаза? Потому он плачет о всем, что видит, куда он посмотрит, не протягивай руки и не сталкивайся с ним в блюде. Кавычки закрыты. Если не нуждаешься, то лучше не брать. И если нуждаешься, а в ответ ничего не можешь дать, то лучше не брать. Римлянам 13:8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Кавычки закрыты. Если же у вас близкие отношения и дают как милостыню, и знаешь, что дающие не беднеют и дают с любовью, то можно взять. Иной даст, а потом и не рад будешь. Сирахов 20, 15, 16. Немного даст он, а попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатай. Ныне он взаем дает, а завтра потребует назад. Ненавистен такой человек Господу и людям.